До конца этого года в Алтайском крае появится национальный парк Тогул. Сегодня этот факт подтвердил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попридухин на расширенном совещании, посвященном итогам года и ближайшим планам министерства. Для Алтайского края Тогул станет первым национальным парком. Он будет расположен на территории трех районов – Заринского, Тогульского и Ельцовского. Площадь составит 160 тысяч гектаров. В прошлом году министерство завершило все необходимые научные исследования. Теперь предстоят общественные слушания. Известно, что в отличие от других особо охраняемых природных территорий, парк получит федеральное финансирование. Это позволит, по словам министра, обеспечить должную охрану нетронутых ландшафтов. Отличительной чертой парка станет и то, что он будет открыт для туристов. Там пройдет целая сеть экологических троп. Создание национального парка как такового, оно в действительности предусматривается в первую очередь не просто сбережение природной среды, но и показать людям те уникальные уголки нашей природы для того, чтобы и внутренне подготовить наше население к сбережению подобного рода природных систем как таковых. Напомним, о создании нацпарка на территории края упомянул накануне и президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Речь шла о реализации одного из приоритетных федеральных национальных проектов – экология. Всего в рамках проекта предполагается до 2024 года создать 24 нацпарка по всей стране, два из которых в нашем регионе. Вторая после Тогула особо охраняемая природная территория появится в Горной Колыване, но когда именно – не уточняется.